И всем привет, друзья, вы на канале Сангрила. Это значит, что мы с вами собрались на очередном утреннем летсплее. Давно их не было опять. Я пролюбил момент, когда я там записывал, когда не записывал. И вот, и опять, и снова начинается. Начинаем, нажимаем мы любую клавишу и попадаем в игру Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Начать игру, поехали. Долина Ветра, 33% у нас с вами пройдено. И эта игра у нас, я так понимаю, будет надолго, прям очень надолго. Потому что вроде бы она нравится, хотя я не знаю. Она вроде бы нравится, а вроде бы уже, ну имеется в виду вам, мне это нравится играть. Я к тому, что нравится ли вам смотреть, вот о чем. Вот я о чем. Если вам нравится, естественно, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал, и там, и все вот это вот делать. И, соответственно, комментировать. Если нравится, то говорите, что, ну, типа, что, почему и так далее. Если не нравится, тем более, потому что фидбэк — дело такое. Фидбэк — это очень нужная вещь. И комментарии сделаны, не, ну, наверное, в моем случае, скажем так. Даже, а, сюда, все, я понял. Сейчас бы мне еще разобраться. Мне бы еще вспомнить, как это все работает. Комментарий в моем случае — это дело такое, оно как бы, как объяснить-то, я же должен понимать вообще, что происходит, и заниматься этим дальше не заниматься и так далее. В смысле, что это за говно было? Да серьезно, мне сюда нельзя? Вот. Но именно этой игрой я имею в виду. Или не заниматься, и так далее, и так далее, и так далее. Доступ к дереву умений. Отстань. Так, я, честно говоря, не особо понял. Туманный лес, ущелье скорби. Подожди, давай мы посмотрим. Ну, я могу пройти сюда, но мне бы понять, куда мне надо. Вот что. Мне в любом случае надо влево. И надо тут как-то пройти. Но как? Пойдем сначала сюда, сходим, посмотрим, что там происходит вообще. Ай-ай. Тихо. Ой, вот эти стены. Серьезно? То есть туда я не могу, сюда я не могу. А я не могу тут пройти. Все, мы не пройдем. О, а тут же еще вот такое есть. Да, точно. Да ты смотри, какая мерзкая тварь. Нельзя сюда пройти. То есть мне надо по-любому через там. Ну пойдем, ладно. Так, ворону можно завалить шипами. Это да и меня можно завалить шипами, кстати говоря. А, ну конечно, но не. Так нельзя. Это же неправильно. Это не по-нашему. Вот, рассказывай, как у тебя утро, как у тебя ночь прошла. Ты еще на карантине или работаешь? Все нормально, никто не болеет, все хорошо, все здорово, все прекрасно у всех. Я уж надеюсь, что так и есть, потому что болеть не надо, болеть фу, болеть вредно, во-первых. Ну зачем это тебе надо? Это не надо. И всякие придется пока, вот видишь, от шашлыков там, от этих, от всех отказаться, потому что, ну потому что да, потому что что? Потому что вот, потому что ситуация, такая, а что сделать? Другого не дано. Другого, к сожалению, не дано на данный момент. Блин, надо там сохранение сделать себе. Надо сделать там сохранение. Тихо. Но зачем ты меня продамажил? Вот скажи мне, зачем ты меня продамажил? Давай вот тут сохранюсь на всякий. Да уйдешь ты! Это... Да конечно! Ну, благо я хоть сохранился. Слушай, ну это невозможно.
Надо просто отдавать себе отчет, что ты делаешь. Да вот, вот видишь, вот видишь, вот видишь, вот. А, я придумал, смотри. Вот эту ворону мы сейчас замажем, да. Идем сюда, сохраняемся, хорошо. Чтобы она мне больше не мешала. Мне просто надо привыкнуть. Я очень давно не писал эту игру. А эта игра все-таки платформер. А платформер — это дело-то профессиональное на самом деле. Идешь? Серьезно? А я могу тебя пробить? Убогая скотина, ты посмотри. Ну конечно. Но все, мы не пройдем. Ну серьезно, ну это невозможно же. Ну да. Это просто невозможно. Я вот не выпущу эту серию, скажу то, что я. Причем в группе я об этом скажу, то, что я все. Я застрял, я не могу. Я застрял, и я не могу ее пройти. Ну не могу. Не получается у меня. Ну вот ты видишь, что творит. Ты видишь, что творит? Ну, успокоился. Почему? Почему я... Ну, вот как? По хорошему счету ее надо как-то дамажить. Так не, не должно же быть. Блин, я серьезно, я не понимаю. Я не могу привыкнуть. Мне надо просто к этому привыкнуть. Ну, конечно. А, я же за нее зацепиться могу. Погоди. Че я туплю-то? На-ка. Пошла вон. Вот же, это так делается. А-а-а! Как это так получилось? Серьезно? Нет, не надо. Все, надо просто за нее цепляться. Давай-ка я сохранюсь. Ну на всякий, вот опять. А на всякий лучше сохраниться. Тише, 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 тише. Сука, что ж ты делаешь? Духовная связь готова. Сохраняться или нет? А-а-а, конечно, надо было сохраняться. Надо было сохраняться. Я забыл то, что за них цепляться-то можно, за мобов, за самих. Видишь, вот как вот получается. Какой же тут саундтрек классный, а? А как я сюда попасть должен? Подожди. О! Зачем я туда запрыгнул? Серьезно? И вот как ни крути, от нее, да, от нее бывает подгорает, вроде бы. Вроде бы понимаешь, что... Давай сохранюсь, ну и он нахер. Вот, видишь, вот видишь. Вот опять, конечно. Ну, конечно. Естественно. Вот не зря сохранился, не зря. Сука мерзкая, ты посмотри. А давай тут сохранюсь. Ну, на всякий, опять же. Тише, тише, тише. Можно было бы на самом деле и тут сохраниться. Духовная связь готова. Ладно, давай, сохранение трачу. Вообще вот трачу и все. Что происходит? Ну, сука, Фибин смотрит. Смотри глазами своими.
Пока там кура, дорога в туманный лес останется закрытой. Но смотри, ее можно отвлечь, раскачав тот камень. Ой, я забыл, слушай, я забыл. Я не знаю, я надеюсь, то, что сейчас по звуку все нормально было. Но я, к сожалению, забыл одну вещь сделать, которая мне... Обалдеть тебе камнем. Убежала кура. Так, я, видимо, куда-то упал. Да, я куда-то упал. А можно мне листок взять и на нем как поле... Ой, не листок, а этот... О. О. Вы нашли перо кура. Перо, конечно же. Чтобы использовать его, нажмите Space, затем Shift. Перо кура позволит Ори свободно планировать или парить на ветру. Ух, хорош. А ну-ка. И... Класс. Марево туманного леса затуманило всем разум. Да? Заблудившиеся там пропали без следа. Пропадали без следа. Да собака-то страшная. Да серьезно? А, все, жизнь-то есть. Туманный лес. Хорошо. Тихо! Ты кто такой, смотри? Тихо, нихера! А че у тебя кадет такой быстрый? И дальность прицельная огромная. Что мне делать? Ну нет. Зачем ты это сделал? Ну смотри, я прям с парапланом летаю. Успокойся. Ну по-хорошему тут надо бы сохраниться, честно говоря, но нет. Но у меня одна всего сохранялка. Зачем? Зачем, мистер Андерсон? Во имя чего вы это делаете? Серьезно? Ну ладно, давай сохраняться. Давай сохраняться, ну что? Ну если не могу я сразу, вот с первого раза пройти. Я понимаю то, что я все-таки профессионал в платформерах, но надо же просто пристреляться, приплатформиться. Тихо. Сука, гад какой, смотри. Давай, ладно, сохраняюсь. Вот, ну, чтобы вот так вот, потому что почему бы... Серьезно, успокоился. Надо нападать, надо просто... Надо клинчевать его, надо в клинче это все делать. Все... Серьезно. Он очень прицельно стреляет. Мне даже двойные прыжки не помогают, серьезно. Он... Да нет, так нельзя. А. Ушел. Хорош. Сохранение. Так, а вот туда как попасть? Надо было от снаряда отпрыгивать туда. Там жизнь. Ну ладно, у меня жизни есть, в принципе. Пошел вон. Так нельзя, ты что? Смотри-ка. И раз, два. Вы еще втроем тут нападите. Ну что вы всю толпу-то сюда не принесли? И вороны, и этот носорог этот сраный. Так, одного забрал, хорошо. Игра сохранена. Давай ворону.
Блин, ее еле разберешь, смотри. Ну-ка, давай-ка я сохранюсь еще раз. Ну, потому что тяжело. Блин, какая сказочная игра, я не знаю, она... Вот, было бы у меня всегда такое время, я бы игрался бы, прям серьезно. Она красива, она интересна, мне нравится. Не знаю, как тебе, если что, обязательно говори об этом в комментариях. Нравится, не нравится, потому что это все дело такое. Это очень важно для меня, очень важно. Так. Укрытый светильник, это таинственная дымка, струится из его стебля. Если мы найдем способ поджечь его, то очистим дорогу. А почему так много? Ай, 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 ай. Да-да-да-да-да. Вот эти говяхи, тут их не видно. Так, все, все взорвались, хорошо. А-а-а, за что? Зачем? Так, давай сохранимся. Ну давай сохранимся, ну что ты, давай сохранимся. Все. Что тут? Что нам стоит? Смотри, бежим, бежим, бежим. И раз, и два, и... Хорош. Вот еще бы сейчас сохраниться, было бы, конечно, идеально. Так, а я сюда... А я тут не пройду нигде? Нет. Туда нельзя. Подожди. А я не успеваю никак. Если только вот так. А, прям на ну конечно, серьезно, да? Вот так вот это работает. Смотри, я как бывалый десантник, просто с парашютом сразу стрелять всех. Тра-та-та, нахуй. Все хорошо. Но я примерно понял, как я должен сделать. А, зачем? Зачем? Не надо, не надо, не надо, не надо. Просто хп нельзя терять, просто нельзя хп терять. За опытом я все равно полезу, поэтому я понимаю то, что у тебя вот тут вот горит, когда я бегу не по сюжету, а вот за этими всеми финтифлюхами. Но у меня нечем сохраниться, было бы чем сохраниться, я бы уже давно сохранился. За что? Ну за что? Ну почему же ты так... Да конечно, я на эти шипы драный опять залез. Вот, вот тут бы сохраниться, ну точнее сейчас бы вот сделать. Нет, подожди. Ну подожди. Что происходит? Вот сейчас бы сохраниться, было бы, конечно, идеально. Вот я то трачу хп, то не трачу хп. Так, ну вроде тут жизни есть, хорошо. Опыт эта штука нужная. Опыт нам прокачаться даст в конечном итоге. Поэтому без него-то как?
Да просто залезь ты наверх. Залезь наверх. Ну нет, ну не получается так. Не работает это. Вот почему сейчас у меня 3 жизни? Вот я то выбиваю из них жизни, то не выбиваю. Как это работает? Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, под утро. Ну, блин, тут видишь, тут даже вот 20 минут уже прошло. Блять. Слишком много механик, и со всеми сразу не разберешься. Как же ты эта тварь делаешь-то? Ну почему? То я перепрыгиваю, то я не допрыгиваю. Мне кажется, можно и так проходить. И раз, хорошо. Тут их вообще можно не бить никого совершенно. Тихо. А я не могу допрыгнуть. Я серьезно говорю, я не могу до сюда допрыгнуть. Не могу. Иди сюда. Блин. Может быть, вот так? Ой, ну нет, сохранение, очень далеко сохранение опять. Надо это делать не, я понял, не надо этими копьями сраными. Вот так это надо делать. Ну и быстрее, беги сюда. Ты меня с ума сведешь просто. Нахер. Конечно, сука. Нет. Ну, я не знаю. Слушай, но меня это уже на самом деле вымораживает. Я вроде сижу спокойно, но тем не менее пройти-то не могу. Блять.
Еще вся проблема в том, что у меня нет таких драных сохранений. Ну нет у меня опять энергии. Эта тварь не стреляет, падла. Почему ты так делаешь? Почему? Зачем? Зачем? Дайте мне энергии. Энергии. Чуть-чуть. Я же много не прошу. Одно сохранение. Одно. Я же не прошу о многом. Сюда подошел. Хорошо. Это жизни. Я очень далеко прошу. Это карта. Дайте мне сохранение, твою мать. Это ворона. Ну а что, мне только к вороне идти. Тихо. Есть! У меня есть сохранение. Давай я лучше вот так вот сделаю на всякий. То, ну я вот дал, конечно. Блин, я очень зря, наверное, тут сохранился. Одураченные туманом, они заблудились в лесах. Блин, я бы эту игру, честно говоря, на стрим забрал бы. Вот давай я, наверное, не буду дальше писать. Напиши мне, хочешь ты ее на стриме увидеть или нет. Я просто, ну, точно не знаю, как тебе нравится, не нравится. Вроде бы она как бы многим нравится. Вот. Под нее поковыряться, она, ну, и тут сюжета как бы особо много как такового нету. Он тут размазан, поэтому ничего страшного не будет, если как бы все ее знают. Факел Атсу, он был потерян здесь. Если отнесем его к укрытому светильнику, он может указать нам путь. Вот видишь как. Сохранялочка. Сохраняланька. А как мне туда пройти? Вот так? А, я не понимаю. А, давай-ка сохранюсь. То знаем мы вот эти вот все приколюхи. Ну вот, и еще энергия есть, так что ничего страшного. Сюда подошел. Нужен. Пошел вон. А!
Да, конечно. Да прекращай! Я вообще не понимаю, что происходит. Короче, меня это действительно сводит с ума. Давайте мы, наверное, на этом остановимся. Да, пока вот как-то так. Но я не думаю, то, что больше получаса стоит видео делать. Поэтому давай определимся в конце вот этой серии. Все-таки те, кто досмотрел, соответственно, и будут решать, заберем мы ее на стрим или не заберем. А если тебе понравилось видео, не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь, ты же лидер и личность, помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.